Да. Эликсир молодости и здоровья, клеточный сок на основе чаги появляется здесь, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему. Появляется снова в эфире по вашим просьбам. Клеточный сок чаги с соком березового листа. Давай поговорим, Оксан, о той пользе, которую он дает нашему организму. Да, с удовольствием. Ты знаешь, ты абсолютно точно сказал, что это эликсир молодости, здоровья и долголетия. Ну, ты знаешь, о чаге мы уже много рассказывали в наших программах. И мы знаем, насколько чага уникальное средство. Чага омолаживает организм изнутри буквально на клеточном уровне. Благотворно влияет на нервную систему, на сердечно-сосудистую систему. Благотворно влияет на желудочный тракт. Ну и что самое главное, чага – это средство номер один при борьбе с онкологическими заболеваниями. Да, чага способна рассасывать не только доброкачественные, но также и злокачественные опухоли. И вот как раз сок чаги, как вспомогательное средство, вспомогательная терапия, вот лечение онкологии как раз используют. И к нам приходил эксперт компании ArtLife и рассказывала о том, что очень много положительных отзывов приходит от пациентов, пациентов благодарных. Сок, мы видим, что чага это вот гриб древесный, который растет именно на березах. Все самое лучшее впитывает из земли, из дерева все самые лучшие микроэлементы и компоненты. Впитывает этот березовый гриб. И именно чага березовая самая полезная. Вот мы сейчас очутились в нашей сибирской тайге, потому что именно там добывается, да, это чудодейственный сок, клеточный сок чаги. Давай еще поговорим о том, что это не просто вытяжка чаги, это клеточный сок. В чем отличие? Здесь у нас используется очень интересный, это инновационный метод. Это практически нанотехнология компании ArtLife, которая находится в Сибири, в Томске. Они запатентовали это изобретение. Мы видим вот производство сейчас просто из самого-самого сердца этой компании. Как добывается? Клетка чаги клетка самая полезная. То есть из клетки чаги мы как раз вот получаем вот путем вот в научных лабораториях. Это специальная ультразвуковая технология, которая позволяет из клетки чаги достать только полезные вещества, не разрушая их. Причем мы получаем не только, то есть это не разрушенная клетка чаги, то есть это абсолютно живая клетка. То есть если мы говорим отличие от сока, то сок, он просто разрывает клетку, да, и дает такую вытяжку сока, Здесь мы получаем живой продукт, здесь мы получаем абсолютно живая клетка чаги, причем здесь у нас помимо чаги у нас еще и в состав входит и боярышник, и сюда у нас входит еще и березовый лист, и мы видим вот эту ультразвуковая трансмембральная вот эта вот технология, когда живая клетка получается, находится у нас в нашем концентрате. Причем здесь у нас концентрат. Так. Вот очень важно сказать, что вот этого вот средства, здесь у нас получается сколько? Сколько у нас объем? 500 миллилитров. 500 миллилитров вам хватит на месяц. То есть вот этот вот концентрат мы разбавляем. Одной столовой ложки мы разбавляем одну столовую ложку в стакане воды. То есть вот 500 миллилитров нам хватит на 5 литров сока, правильно? Да, с утра на голодный желудок мы добавляем 1 столовую ложку, разбавляем в воде, получаем вот такой вот замечательный напиток, размешиваем и выпиваем. Вот здесь находится кладезь витаминов и микроэлементов. Здесь находится лечение просто от всех заболеваний. Я очень рекомендую вот такой вот курс, даже если вы ничем не болеете, просто для профилактики и общего укрепления всего организма. И использовать не только для себя, для своих детей даже использовать. К нам приходил эксперт и рассказывал, что даже детям от 3 лет рекомендуют использовать вот такой замечательный сок. Сок клеточный, чаги, невероятно полезен. Ну вот нам показывают, в каких условиях мы живем, и, конечно, мы все это знаем не понаслышке, да. Если бы мы жили с вами в чистейшем воздухе тайги, конечно, нам не нужно было бы пить такой сок чаги, мы бы там делали его сами. Но мы живем все в условиях мегаполиса. Плохая экология, и, конечно, мы страдаем тем, что у нас иммунитет очень слабый. Мы все болеем. Вот у нас на работе буквально сейчас, вот кто не пьет сок чаги, все в масках ходят, потому что постоянно простывают. Да, действительно, иммунитет у нас понижается, и естественная плохая экология, стрессы, неправильное питание, всякие вещества, которые добавляют, естественно, это и ГМО, да, мы не раз уже говорили об этом. Те продукты, которые сейчас мы, естественно, повсеместно используем, они, конечно же, не нам на пользу не идут. И, естественно, к нам на пользу
приходит вот из самого сердца себе клеточный сок чаги. Чага да. это древесный гриб, который как раз вот живет на березе. Да, именно березовая чага, она обладает самими полезными такими свойствами. На вкус это приятный напиток. Вот я сейчас развела. Давай. Вполне себе приятный напиток. Вот чувствуется какое-то такое разнотравье здесь у нас. Чувствую я здесь и вот, привкус боярышники, вот ягод чувствую. Приятный, невероятно на вкус. Кстати, можем, например, добавить ложку меда, если мы хотим посластить этот напиток. Из самого сердца Сибири. Компания Art Life находится в Томске. Именно там находится святая святых. То есть ты понимаешь, в Сибири у нас буквально природа, не тронутая человеком, именно там добывается вот та самая чага, которая вытягивает из деревьев буквально все самое полезное, все самые полезные микроэлементы. Именно в чаге кладезь витаминов. Именно в чаге у нас находится и магний, и кальций, и здесь находится более 100 микроэлементов, и антиоксидантов, необходимых нам, потому что мы все-таки живем все с вами не в чистейшем воздухе нашей тайги. Но самое главное, что именно у нас, на нашем телеканале, мы можем вам предложить вашу выгодную цену, потому что мы работаем напрямую с производителями, и в частности с российским производством мы выбираем для вас только проверенных поставщиков. Я, кстати, всегда напоминаю, что не заказывайте в интернете, потому что там вы можете наткнуться на подделку и разочароваться. У нас только подлинные производители, только подлинная продукция. 43-144, номер лота для заказа. Ваша выгода сегодня, сейчас, если вы закажете и зарезервируете, составит 1500 рублей. И продано на данную минуту 130 таких предложений. Это клеточный сок чаги с соком березового листа. Да, я напоминаю, что это концентрат, что вы вот из пол-литра концентрата вы сможете получить 5 литров готового напитка. В течение месяца вы будете использовать этот напиток по одному стакану для общего выздоровления организма. Я напоминаю, что чага это то, что подарила нам природа. Чага способна излечить от многих заболеваний и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему. Но в первую очередь, конечно же, чагу используют как вспомогательную терапию при лечении онкологических заболеваний для того, чтобы просто-напросто опухоли рассосались. Поэтому, дорогие друзья, чага, конечно, продается в аптеке, но в аптеке уже чага разрушенная, высушенная, там уже нет тех самых веществ и микроэлементов, которые у нас здесь. Я напоминаю, что у нас клетка чаги, специальный метод, трансмембранная технология, когда клетка чаги не разрушается. Мы сегодня звоним и заказываем себе вот такое средство. 43-144, номер лота, клеточный сок чаги с соком березового листа. 1490 рублей.